В очередной серии российского сериала под названием «Бывший» вы узнаете о том, как, опустившись на самое дно, Яна понимает, что ей нужна срочная помощь, и возвращается в клинику. Ольга, уверенная, что Яна приехала в клинику только ради Ильи, требует, чтобы тот не помогал ей. Но Илья не может такого сделать и отказать Яне в помощи. Ольга ревнует и подставляет свою явную соперницу. Андрей ввязывается в криминальную историю. Илья понимает, что во многом это именно его вина, и останавливает брата от рокового шага. Несмотря на все попытки Миронова контролировать ситуацию, семья распадается. Яна же не может забыть Илью.